Приветствую вас. По изменению я могу сказать вам два момента. Да? Ага, первое. Это то, что измена является следствием кризиса в отношениях. И кризис, как правило, системного. То есть речь идет о системном кризисе в отношениях. Вот. Понимаете, какая история? Так что первое, что нужно сделать, это, наверное, анализировать. Анализировать вот отношения, которые у вас сложились с человеком. Да. Вот. То есть что-то его не устраивало, что-то ему не понравилось, что-то что-то его не удовлетворило, возможно, вот, и он не нашел иного выхода, кроме как вам изменить. Я его не обрадую, мужа вашего, вот. Но я могу сказать однозначно, совершенно точно, что в этом ответственны и вы. И если это произошло, если это действительно было кризисом, да, вот, то с кризисом нужно разбираться. Кризисом нужно разбираться, так или иначе. Даже если вы не планируете новых отношений, вот, даже если вы не планировали новых отношений, то есть вы не планируете отношения сохранять, да, со своим мужчиной, вот, со своим мужем после этого и так далее, даже если нет, то все равно кризис есть, потому что кризис – это результат вашего поведения. Это значит, что что-то в вашем поведении простимулировало мужа, в том числе, на измену. Понятно, что у него тоже есть какие-то проблемы. Понятно, что у него тоже есть какие-то истории. Понятно, что он вам, там, не знаю, к примеру, не сказал. Да, просто вот не сказал о том, что его не устраивает. Почему не сказал, непонятно. Но не сказал. Вот. Мог бы сказать, мог бы, но не сказал. Не сказал. Вот. То есть это тоже понятно. Но это уже скорее вопрос про отсутствие доверия. Ну, друг другу. Вот. То есть, почему-то у вас друг другу нет доверия. Почему у вас друг другу нет доверия? Ну, это нужно выяснять, ибо так вот, на мой взгляд, так вот нельзя, конечно, судить, да, нельзя так оценивать, смотреть, почему между вами нет доверия. То, что доверия это нет, это точно, это факт. Вот. Понимаете? Но нужно исследовать в любом случае данный момент. Вот. А следующая история. Следующая история. Это травма для вас. То есть для вас является травмой. Тот факт,
тот факт, что мужчина изменил. Тоже очень важный момент. Травма нуждается в лечении. Травму нужно лечить, травму нужно прорабатывать, от травмы нужно оправляться. Негативные последствия от этой травмы нужно компенсировать. Вот. Понимаете? Второй момент. Вы говорите, что вы простили своего мужчину, вы говорите, что вы пишете, что я вроде и простила, но обида такая душа. Обида это что значит? Это значит, какие-то ожидания у вас были от человека. Какие ожидания? На чем они базируются, эти ожидания? Это нужно исследовать. Знаете, также нужно исследовать. Также нужно смотреть. Вы пишете, измена длилась 4 месяца, но решил вернуться в семью. И что? Кристина. Ну вот он решил вернуться в семью. Да, вот он, к примеру, вернулся в семью. А дальше-то что? Как бы, что толку от того, что он вернулся в семью, к примеру, если вы не выработали никаких решений, допустим, ну, которые помогли бы утверждать, допустим, что подобная ситуация больше не повторится, подобная история больше не случится, вот. То есть, ну, он вернулся, ну, хорошо, а дальше что? Были ли вами приняты какие-то решения? Были ли вами выработаны какие-то, ну, новые подходы к отношениям? Были ли? Но мне почему-то кажется, я, конечно, не знаю, но мне почему-то кажется, что нет. То есть я не уверен, я сразу говорю, что я не уверен, вот. Но мне кажется, что нет, мне кажется, что нет у вас никаких, ну, то есть вы не выработали никаких решений, вот. И именно поэтому ваши отношения стали хуже. Потому что у мужчины нет никакого адекватного порога вхождения. Вот. Ну, то есть, мужчина просто решил вернуться, и вы его приняли. Вот. Я так понимаю, что приняли вы его в основном из-за ребенка, вот. Но и что дальше, это же, опять же, да, это не решает проблемы-то вообще, ваш. Это не решает проблему измены. Не решает ведь, не решает. Знаете, понимаете, какая история? И отсюда обиды, и обиды в данном случае это нормально. Вот, возможно, вы ждали, возможно, вы
предполагали, что он будет чувствовать себя виноватым, там, допустим, за то, что сделал. Он, может быть, и чувствует вину, ну так, а как ему проявить чувство вину? Чувство вины, точно. Как ему проявить? Вот. Поэтому ваша обида здесь, она, ну, на мой взгляд, вполне ясна, она вполне понятна, она вполне естественна, но я бы сказал, что никак она не выражается, эта обида. Так она должна выражаться, но не выражается. Вот. И ваши ожидания, они тоже остаются нереализованными, по сути дела. Дальше. Вы пишете, я вроде и простила, но обида такая душа. Что для вас прощение, Кристин? Вот прощение, по вашему мнению, да, это как? Ну вот, вы простили, как вы говорите. А что значит прощение? Как вы его понимаете, прощение? Вообще прощение – это принятие человека. Принятие и понимание человека. Вот, принятие и понимание того, как бы, того, почему он сделал, ну, то, что сделал. Вот. Понимаете, какая история. И на мой взгляд, вы его не простили. На мой взгляд, вы его не простили. На мой взгляд, вы его не простили и не простите до тех пор, пока не поймете, почему он так поступил. Понимаете, кайф. То есть вы, по сути, обманывали себя. Вот. Ну, вы обманывали себя, да? Обманули себя тем, что вроде бы как вы говорите, что простили его, а в то же время нет ни о ком прощения, речь быть не может. В принципе. Понимаете? Вы пишете, что отношения стали хуже. Сама понимаю, что никакого будущего с ним нет. А почему нет ни будущего? Но если вы разберетесь с причинами, если вы разберетесь с причинами, вот. Если вы поймете, почему человек так поступил, вот. Почему нет будущего? Есть будущее. Вполне будущее может быть у вас. Ну, да, нужно, конечно, будет предполагать какие-то усилия, безусловно. Вот. И работать над отношениями, безусловно, тоже нужно будет. Но это уже, согласитесь, несколько другая история, это уже, согласитесь, несколько иной подход. Таким образом.
Так что будущее есть, вопрос в том, готовы ли вы будущее строить. Далее, вы пишете, что значит, отношения стали хуже, чем как. Вы пишете, что тяжело просто так взять и развестись. Тяжело взять. Чем тяжело? Почему? Тяжело. В чем тяжело? Вот, ну и тут у вас есть годовалый сын, это скорее должно вас мотивировать к тому, чтобы создать, по крайней мере, для него хорошую атмосферу. Вот, для него. Именно создать именно хорошую атмосферу. Сейчас вы живете в атмосфере совершенно нехороший. Вот. И сын от этого только вред. Поэтому хотя бы ради сына нужно принимать какие-то решения. Вот. А чтобы понять, откуда брать решение, материал для решения, да, нужно спросить себя. Те 4 месяца, что длилась измена, что делала я? Вот что я делала, чем я занималась в этот момент. Я его ждала? Почему? Я его простила. А как я его простила? Для чего я его простил? На отношения стали хуже с ним. А какое я участие принимаю в том, что отношения стали хуже с ним? Какую я роль в этом играю? Вот на эту тему и постарайтесь подумать, на эту тему постарайтесь поразмыслить. Я полагаю, что это приведет вас в необходимое, нужное направление. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.